Вы знаете, я скажу, может быть, неожиданную вещь. В России нет проблемы нелегальной миграции. Есть проблемы с законом. Поскольку есть проблемы с законом, очень серьезные, то эту пустоту занимает коррупция. Поскольку законов нету, сменяемости власти нету, контроля общественного нету, то появляется коррупция. И сегодняшняя нелегальная миграция – это огромная коррупционная кормушка для, в частности, московских чиновников. Огромная коррупционная кормушка. И есть мультикультурный вызов, с этим столкнулась Европа, с этим столкнулась Америка. Это серьезная цивилизационная проблема, ее можно решать. Это трудная проблема, ее с трудом, но решают, как-то пытаются решать и во Франции, и в Германии, и в Норвегии, и стонет уже Европа от остроты этой проблемы, которая была упущена. Но там, где есть закон, и там, где есть обратная связь общественная, там эта проблема может как-то решаться, осмысляться и решаться. Там, где в основе всего коррупция, проблема не может быть решена, потому что это не в интересах власти. Власти, которая наживается на нелегальной миграции. Это корень проблемы.